Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте. Всем привет. Вышли на прогулку, сидели дома и решили немножко прогулять детей, потому что, ну, невозможно же все время уроки учить и просто проводить время только в квартире. Вон там наш папа с собачкой. С нашим таксоном бегут обои, два спортсмена. Сейчас погуляем. Гуляем, немножко ветерок, прогуливаемся по тихим улочкам нашего немецкого городка, любуемся на дома, на нашу собаку, может быть, до леса пройдемся, посмотрим. Дети на велосипедах, все, поехали, дети по дорожке. Туда, к самому лесу, идет дорога. А мы здесь с нашим мальчиком. Папа кричит деткам, чтобы они ехали прямо. У нас здесь со всех сторон городок окружает лес. Прекрасно. Здесь такие яблоньки растут. Мини-яблоньки. А, сына едет. Посмотрите, какие ухоженные садики возле дома у людей. Такие приятные. Ветер уже, мы вышли на поле. Ветерок. Вот такая панорама. Везде лес. О, принцесса едет. Вот такая панорама с поля. Вот там в конце построенные дома новые. Уже их продали. Квартиры по 500 тысяч евро. По 500 000. Очень все подорожало. Здесь район аэропорта. Вот. А это вдали находится наш детский театр. Все наслаждается прогулочкой. Наша собака уже сегодня третий раз на улице. Еще нет 14:00, а он уже третий раз гуляет, наш парень. Да, Диего? Красавчик наш. О, народ выращивает коровки для себя. С такими длинными рогами некоторые. Все облеплено мухами. Вся морда, тело, ой, какой ужас. Жалко коровку. Ком, Диего, ком, а то коровка может куснуть. О, сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять. Пять таких вот. Не надо в лес ехать, там грязно. Едь по дорожкам. О, какие коровушки тут. Мы подошли к лесу. Хочу посмотреть, что в лесу растет. В лесу очень красиво после дождя. Вы видите, друзья, все зеленое, прекрасно. Я смотрю, может быть, что-нибудь найду. Вот. Хотя вряд ли. Это надо ехать в черный лес, в Шварцвальд. Вот. Ну, в конце мая, может быть, будут уже розовые мухоморы. Тогда можно уже и поживиться, и пожарить. А вышла из леса. Мокро очень после дождя. Мои впереди. Так погуляем немножко, подышим воздухом. Везде улитки. Такие большие. Вот. Везде. Ну и они живые, если бы это были домики от улиток, я бы взяла. Но, увы.